Flequillo les empose. Он поди еще просит, чтобы подвезли его. Что-то могут умудриться. А, показывает. Ой, как они плохо. Стоп, стоп. Ой, сердце там снесет. Сука, могли... Ой, отвратил, господи. Ой, блядь, иди сюда. Он еще купил, значит, у меня две бутылки водки, он был выпивший. Потом, значит, он пошел, сел в свою машину и начал пятиться. Пьяный танкист въехал в мое жилье, которое я пытался получить от армии. Вот. Но в армии мне его не выдали, построил своими руками и то разрушили. Почему решили поддержать? Не знаю. Ну, можем скинуть, но это же... Дело в том, что это же неумышленно все было сделано. Это во-первых, во-вторых, вы сами видите, как гололед сейчас. Видно. Военнослужащий был абсолютно трезвый, потому что они ехали на полигон. Или это так? Что это вообще?